Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем ходить игру по названию Street of Rage. Если не ошибаюсь, у нас осталось всего лишь два уровня. Это поиск. Ну как два уровня? Там типа один уровень, типа два уровня вместе соединены между собой. Как в ниндзя черепашках. Вот они везде любят использовать, так сказать, лифты. Во всех играх. Ведь лифт это у нас боевая, так сказать, арена. Я все понял, приятель. Ну, кто? Кто? Ну. Он чисто у меня дымку сбил из рук. Сейчас мы идем с вами, короче, либо на корабле, я не помню, либо на поезде. Кажется, на корабле. Вот эти челики атакуют ногами. То есть не только уже в прыжке вот так ударами. Ну, давай, 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 давай. Кто, кто? Чё так много? Я всегда в этот момент любил машину использовать. Я такая вум-вум-вум, и всех, короче, не пишет. Давай шустрее. Вот чё он затягивает? Вот чё он так медленно идет и сваливает? Это было? А, это типа поняли, они сдаются, а на самом деле я на самом деле такого не помню. Я на самом деле таких вот не помню. Ой, мисклик. Ну ладно, зато они больше на земле не полежат. О, плюс контишка. Значит, 5. О, красный пас... Идёшь. Да, это корабль. По спасательным кругам можно увидеть. Захват в игре самая сильная вещь. Поэтому, если вы хотите нормально убивать и быстро, то делайте захват и атакуйте через себя. Ну, типа, видите, если тёлка она метает через себя, давай, давай, кто, 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 кто? У меня дубинка. А-а-а. Я, кажется, только вот этого чела. А, вот тактика против него. Вот эта тактика против него. И видите, главное... Его здесь показывают как... обычного, так сказать, врага. Не босса, а врага обычного. А вот представьте... самую высокую сложность, а?
на супер, которая. О, машинка. Взяли машину, использовали машину. Если не ошибаюсь, когда ты играешь с другом, то врагов становится 2. Поэтому, знаете, когда ты играешь с другом и думаешь, что будет игра попроще, то нифига. И хп у врагов тоже становится в 2 раза больше. Неважно. Там не... ну типа не играет роль. А, это дубинка не начала, тут тихо. Паты блу. Паты блу. Паты блу. Мясо сохраню. Давай, давай, давай. А, все, мясо берем. Ой, начинается. Да, 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 да. А вы думали, так все просто будет? Нифига, их тут 2 теперь. 230. Обычная тактика. Прыгнул, ударил. Прыгнул, ударил. Прыгнул, ударил. Ау. Так, одно я, получается, сразу убиваю. Они хп между собой разделили? О, ладно. Ну, я думаю, урон виден, да? Вы теперь понимаете, да, почему контишка, а я смогу еще жить? А, у меня еще 2, подожди. А, ну тогда соси. Я еще 2 раза мог воскреснуть, оказывается. Чисто машину победителя. Я сейчас за следующий уровень, ну, там, за половину получу. Раунд 6. Старт. Так, ребят, ладно, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И это только будет не последняя серия, вот следующая. Это, а и вот это я на самом деле не помню, какой тут босс. Если они, конечно, не одинаковые. Поэтому всем пока.